Я думаю, что здесь нет человека, который глубоко не сожалел бы о том, что на сегодняшний день отношения между Украиной и Россией оставляют желать лучшего и вряд ли будут лучезарными в ближайшем будущем. Скажем так, отчасти случилось это потому, что официально Россия с упорством, достойным лучшего применения, поддерживала воровскую банду Януковича, пока его не объявили в розыск, при том, что лучше было бы сказать, что жулики и воры, вы обещали не перебивать, нам не союзники, нам нужен союз со страной Украиной, с украинским народом. В конце концов, нам нужно продавать нефть и газ, и мы братские народы. Если вы считаете, что Янукович вор, то... Так Запад тоже поддерживал Януковича до того момента, пока он не отказался от ассоциации. Запад это тоже поддерживал. Ваше время в эти две минуты... Послушайте, давайте время здесь буду определять я, а не вы. Договорились. Спасибо. Пожалуйста. Вы мне дали две минуты. Первое. Второе. Я хотел бы, чтобы люди вспомнили, что сувереном и источником права является народ, а не государственный аппарат. Каковой аппарат является наемными менеджерами на службе у народа. Это где так... Будьте любезны, почитайте политологию Конституции. Угу. И таким образом, когда власть пытается объявить себя сакральной и пытается объявить мятежником каждого, кому она не нравится, мы переходим к третьему пункту. Виктор Янукович пришел к власти законным, легитимным образом. Фокус заключается в том, что придя к власти законно, можно стать незаконным, когда ты эту власть подминаешь под себя, когда суд делается продажным, милиция делается продажной, твоя администрация делается продажной, и дума делается продажной, и тебя можно сковырнуть только противостоянием, потому что иначе ты говоришь, идите в суд. А суд... выборы? А выборы подтасовываются. Да, ну, да. В суде но тебе это выборы-то были нормальные. И все, ну, и все на воле выборы. Последнее. Дайте господину Веллеру сказать. Сейчас все молчат, господин Веллер говорил. Последнее. Здесь много говорилось о Будапештских соглашениях, ну не здесь, 94 года, по которым в обмен на отказ от ядерного оружия Россия, Россия, США, Великобритания, гаранты суверенитета, целостности Украины. Сейчас требуется находить общий язык с украинским народом, с Киевом, и с Майданом, и с Харьковом, и со Львовом, и с Крымом, и с Ровно, для того, чтобы люди видели в России друзей и братьев, а не демагогов и воров. Потому что от этого всем только хуже. Присутствующим, к сожалению, время у нас неумолимо, поэтому короткий вопрос. Ваш прогноз развития событий на ситуации в Украине и что в этой связи делает Россия? Господин Гозман, пожалуйста, начнем с вас. Я очень надеюсь, что там все утрясется. Я надеюсь, что там не будет войны. Я уверен, что там не будет войны, если мы не вмешаемся и если мы прекратим тотальную ложь и тотальную антиукраинскую пропаганду по нашим каналам. Понятно. А еще если мы вмешаемся, хотел, то что еще, будет? Если вмешаемся, будет война. Так. Еще бы очень хотел, чтобы люди на Украине, которые, простите, я говорю на Украине, мне кажется, больше соответствует нормам русского языка. Так вот, я бы хотел, чтобы люди на Украине, которые нас сейчас слышат, а их много, да, знали бы, что не все верят вот тому, что нас показывают, и что есть много людей, которые с восхищением смотрят на тех, кто боролся за человеческое достоинство и свободу.